Театр – это маленькая жизнь для зрителей и целая жизнь для меня, актрисы. Я проживаю все эмоции своих героинь – любовь, ненависть, восторг. Палитра невероятна. Театр – место, где я отдаю всю себя. Но как бы я ни любила свою работу, я всегда с радостью возвращаюсь домой. Туда, где я могу сбросить напряжение прошедшего дня, остаться в тишине своих мыслей и, наконец-то, услышать себя. Дом – место моей силы и вдохновения. Место, где я – это я. Живу своей жизнью, наполняюсь энергией, могу перезагрузиться и с новыми силами встретить завтрашний день, чтобы вновь вернуться на сцену. К тебе, мой любимый зритель.